Привет, дружочек-пирожочек. Ох, предыдущую въебали. Жалко, обидно. Доминировали со снайпером на линии. Но потом въебали. Там легионка прибежала, у которой плюс 280 урона было и всех убила. У нас, короче, на 40-й минуте темпларка имела. Темплар-ассасин. Ботл. Сапог. И дезолятор. 20-й. У нее ни БКБ, нихуя нету. Как так играть? Я вообще не понимаю, блядь. Это просто пиздец. Ну, блядь, а как он на этот рейтинг попал, я тоже не понимаю. Ну, может, он решил попробовать научиться играть на темфарке. Может, где-то у него и работало через такую раскачку, но... Хуй знает. Такое только на лоу рейтинге работает. Ну как можно играть без БКБ, когда у тебя в команде противников столько контроля? Ну, блять, это отбитым нужно быть напрочь. Отбитым, блять, напрочь. Смотри, у них какой пиздатый пик. Легионка. Зевс, снайпер. Охуеть. И контактный, и сплит-пуш, и урон. Они хоть не в команде все играют? У нас говно одно какое-то. Печально. И контроля-то у нас нету. У нас контроля, блядь, нету. Охуеть. Охуеть, блядь. Ёбнуться просто. Что делать-то теперь? Я не знаю. Ну ладно, либо мы фастом выиграем, либо фастом проебем. В любом случае, я доволен. У меня времени не так много осталось. Приготовьтесь к битве. Дело в шляпе. Так, там мусик фастом. И арканку. Сообщаю, что дело сделано. А, ну вообще, блять, на базе стоит. Прикол. Ну и чё ты съебал, долбоёб? Хорош. Может быть, снайпера ещё возьмём? Я запомню. Ладно, пойду там заблочу. Хуёво, что я регенчик взял. Я считаю. Крайне хреново. Битва начинается. Darkness, darks. Ну все, идем вниз. Охренеть, он столько ман проебал. Ему еще регенится. С ума сойти. Ладно, let's go заблочим. Проповедник медовый, что ли? Серьезно? Банды бы прокачать. Было бы круто.
Вот же глупыш. Всю ману на меня въебал. Ну ты даешь, конечно, даешь, молодой. Смогу ли я отвести крипов? Вот в чем вопрос. Вопрос хороший на самом деле. Ну пусть тратит ману в меня. Мне не страшно. Так, а ботл есть у него? Нету. Я возьму тогда. Вашу верхнюю башню атакуют. Все, я свалил. Другалек. Блять, цепчика надо подлечить. Ой, сейчас приду на лайн. Блять, убили что ли? Ну охуеть. Тильт. Да, я ему написал, что я сейчас приду. Блять, какой же он бесполезный. Это просто какой-то пиздец. Что с этим СФом не так? Я хуй его знает, пацаны. Честно говоря, вообще не понимаю. Ну мертвый какой-то чувак. Реально мертвый. У тебя регента, и где, блять, твой реген, долбоёб? Чепушила. Ой, да, бесполезный чел. К сожалению. Просто бесполезный. Как с таким зачилиться, я хз. Тут встретим его здесь, он сейчас пешком пойдет. Заблочу, законтролю руну. Он что, через физику? Да, я понял. Это, короче, СФ-долбоёб типичный. Типичный долбоёб СФ. Окей. Давай вот сюда поставим вижен. Ебать урона. Вашу центральную башню атакуют.
Ладно, я пойду зачились. А чё он без ботва играет? Я понять не могу. Ну ладно, двоих забрал. Кто пиздел, получается, на СФ, а сейчас я его подлечу. Блять, ты башки нет. Серьезно. Дойди ко мне, долбоёб! Ой, да, я ведь ему пикал, чтоб он вернулся, на лоу хп стоял. Ну, ошибка. Ничего не поделаешь. Вашу центральную башню атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Мид въебан, кстати, у нас. Держу в курсе. Вашу центральную башню атакуют. Ваша центральная башня атакует. Легионку не вижу, кстати. Печально. Что мы ему сделаем? Он наверх ушел. Ну и все. Это какой-то крутой мидер, который всех ебет, да? Похоже на то. Попахивает ультой, да? Ну ладно, их убили. Это из приятного. Тут стаки вообще-то. Тут стаков вообще ебнуться как много. Оу, май. Больно, наверное. Сука. Печально, обидно. Ну что поделать? А ничего не поделать. Терпим, живем. Надо под катапульту сыграть. Нет ТП-шки, кстати. ТП-шки нет, но скоро будет. Все, теперь могу тпшнуться. Найс. Кайфово. Пойду вниз. Вроде бы я тут нужен, да? А вроде бы и нет. Хуй поймешь.
Блять, в меня с ультой может влететь. Вообще запросто. Опа, 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 опа. Идем, 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 идем. Блять, помощи-то не будет, да? Нет, не будет. Кайфово. А где СФ был все это время? Понятно. Хуль ты стоишь-то, блядь, бей его. Эй, СФ, блядь. Блядь, какой же ты беспонтовый. Я в ахуе. Ладно, в пизду. Я дефать. Блять, а вот был бы у меня в той драке голем. Печалька. Ну, все, дружок. Ну, вот ты и сдох. Будет? Окей, я понял. Найс играешь, получается, да? А чё ты, блядь, ушёл-то? Эй! Долбоёб! Господи, какой же ты бесполезный на разоре. Ну, пизда-то чё? Нам уже мид, блядь, Т2 бьют. Ой, чё за клоуны, блядь? В очередной раз со мной играют. Непонятно. Колечко хочу. Идите нахуй. Секунды. Давай, давай, давай. Let's go. Дальше будет веселее. Голем через 70 секунд, кстати. А он серьезно сейчас? Он решил там сдохнуть? Она же сейчас ему даст. Ну чё? Клёво сыграно. Он свалил. ДД. Есть голем, кстати. Найс. Рубашка нужна. Там кто-то стоял.
Нет, не хотим забрать. Да я готов. Только они ушли уже. Может, отойдем? Или чё? Кого убили? Оу, инвокера. Лажа, лажа. Так, под разора играю. Он тут вроде бы адекватный чувак. Не понял. А как это... Охуеть, конечно, этот мощный проповедник. Прям жесткий перец. А? Вашу верхнюю башню атакуют. Блять, никто не добился, да? Серьезно? Лица убили хорошо. Мне Айон нужен. Вообще, фастово. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Без этого никак. Пойду вижу на Рошана проставлю. Топ я толкнул. Let's go. Сейчас вот сюда поставим. Тишина. Тут. Тишина. Тут. Тишина. Окей, тут. Хотя легионка тут бегала. Наверное, не стоит рисковать, да? Кого-то убивают? Лица. Надо рунку взять. Курьер сил света был убит. Опа, сюда. Кто? А, этот сплит пушит, долбоёб. Ну, пусть сплит пушит. Нижняя башня противника разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Чё, на мид пойдем? Нет? Зачем оттягивать неизбежное? Ну да. Незачем, наверное. Там сейчас зипса заберут. Нет, не заберут. Постою, пофоткаю. Продолжаю фоткать. Давай вот сюда поставим замедление. Угу. Найс, играешь. Нахуй он туда прыгнул, конечно.
Я, честно говоря, не понял, блядь. Катастрофически не хватает маны, да? Ой-ой-ой, разорчик, подойди ко мне, дорогой. Сейчас я тебе восполню. Голема убили. Серьезно? Блять, всех убили. Вот это роуфл. Давай вот сюда отведу. Зато СФ живой. Где он? СФ, блять, дрочит лес. Красава. Это мой керри. Пушит с нами лайны. Пиздатый чел. Такой пиздатый. Я в ахуе. Ну вот и все. Так, давай на базу, курьерыч. Айон и гем. Вот что нам нужно. Убили? Убили. По кайфу. Да и хуй с ней. Let's go ломать. Я только за. Пошли, пошли. Эх, вот бы айончик мне. Пиздата. Зачетно. Блять! Не суши, сорян. Надо было сразу же ТП делать. А где наш СФ?
Хотел на него напиздеть, но не пришлось. Опа, айончик. Кайф. Я бы вверх ТП-шку сделал, но боюсь, там легионка. Там снайпер вообще. Пойдем по низу. Гоу. Надо пушить. В теории. Оп. Я иду, я лечу. О, Вижн тут стоит, кайфово. Я домой. Охуеть, конечно, у них проповедник очень круто играет. Ничего не скажешь. Так, давай-ка вот это купим. Что там дальше надо прикупить? Вот это. Вот это, вот это. Да и хватит, пожалуй. Блять, легионку забрать неким. Чё у неё? 38 урона, вообще мало. По идее. Блять, жалко Разора. Ну это бустер, блять, какой-то. Я хотел 30-минутную игру. Ребята, пора завершать уже. Ёбаный рот.
Ладно, куплю грибсы, потом гем. Все. Соло. У них же мид сломан. Надо по низу пройти. Правый вкачан? Нет, еще не вкачан. Уф, поехали, что ли? Опять далеко пошел. Друг, далеко. Охуеть, у него тоже грифсы. Ну, тогда я точно гем куплю. Нужен ли тут гем? Вот в чем вопрос. Нужен пайп. А у нас ничего подобного нету, да? Ладно. Ладно. Посылаем сюда Гаврика. Да, нам осталось один лайн спушить. Хорошо, что у них проповедника нет. Опа, бабки. Эх, инвокера убили. Ускорение. Красава. Я пока аванпост захвачу. Успею ли я подойти к моим ребятам? По идее должен. Сейчас буст накинем. Кайф. Теперь главное не сдохнуть, как лохам. Ой, куда они летят? Серьезно? Не понимаю.
Ага. Ладно, соло. Я слушал песню. Никакого негатива. Максимально уважаем своих оппонентов. Ну и чифир я себе заварил из зеленого чая. Ёбнуться. Саппорт-снайпер? Ладно. Я побежал. Пока.